Меня зовут Кирилл, я продюсер проекта Warface на русскоязычных территориях. Сначала хочется сделать акцент на подготовке к запуску азиатского нового сеттинга, который сейчас, основной момент, над которым мы сейчас работаем. Уже начали его тестировать вместе с нашими игроками. Напомню, что в прошлом году в Warface появилась Южная Америка, миссия в Южной Америке. А до этого игроки уже имели возможность проходить различные миссии, участвовать в ПВП-сражениях в Балканах, Ближний Восток, наверное. Да, мы стараемся избегать такой непосредственной привязки к каким-то странам, хотя и ничего такого в этом не видим, но стараемся обобщать. Потому что регионы Warface, они все-таки вбирают в себя колорит территории каких-то регионов, а не конкретно стран. Мы выпустили отдельный специальный ролик, посвященный разработке, подготовке этого азиатского сеттинга. Он получился очень насыщенным, интересным. Я рекомендую всем посмотреть. Там команда разработчиков, художники рассказывают, какие моменты их вдохновляли, говорят о каких-то референсах, которые они использовали при подготовке нового сеттинга. Ну и вообще рассказывают о каких-то интересных, разнообразных моментах геймплея. Ну, а я скажу, наверное, пару слов о новых моментах геймплея. Конечно, это интересно в первую очередь игрокам, которые уже в Warface достигли многого, которым хочется чего-то неожиданного, чего-то того, что в игре еще не появлялось. В первую очередь, китайский регион отличается тем, что там много небоскребов, нужно подниматься по узким лестницам. Появился особый момент геймплея, когда игроки поднимаются на лифте полуразрушенным и их атакуют со всех сторон. Помимо того, что это делает геймплей сам по себе разнообразнее и динамичнее, это еще и делает значимость класса инженер, повышает значимость класса инженер в PvE-матчах. Сейчас этот класс не пользуется особой популярностью, но новый сеттинг, я думаю, сделает класс более полезным, а игру за него более интересной. Конечно, классически, как и во всех наших обновлениях, появятся новые карты, новое оружие. Да, конечно, жизнь после рекорда только начинается. Я уверен, что это не та цифра, на которой мы остановимся. На самом деле это достаточно такой длительный процесс был, связанный с различными бюрократическими моментами, но сейчас все закончено, у нас есть официальный сертификат, и мы гордимся тем, что наш проект установил рекорд Гиннесса. Надеюсь, следующий рекорд также будет принадлежать нам в этой номинации. Здравствуйте, меня зовут Надежда Голубенко, я продюсер Warface от компании Crytek. Вот, сегодня мы здесь находимся на Крим. Это достаточно знаменательный для нас момент, потому как в прошлом году на Крим мы только-только вот недавно запустились, мы были только месяц в онлайне с Warface, и сейчас уже прошел ровно год. Ровно год был уже проекту отмечен в апреле. Это был очень интересный для нас год, потому как за это время мы успели получить очень много наград, мы успели сделать очень много классных, полезных вещей, мы выпустили невероятное количество обновлений к игре. За прошедший год у нас было очень много интересных обновлений, были добавлены какие-то крупные как фичи, так и контентные обновления. Вот, например, одним из них был запуск бразильской локации в игре, который очень был позитивно воспринят нашими игроками. Вот. И сейчас, как раз в данный момент, мы готовимся к запуску нового сеттинга. Это уже будет азиатский сеттинг. И при разработке этого сеттинга мы вдохновлялись китайскими городами. Нам очень понравился концепт такой, который наблюдается, вот, например, в том же Шанхае, когда у них, по сути, есть две версты населения. Это очень богатые люди, которые
живут в огромных красивых небоскребах, там выше облаков. Вот. И есть вторая, каста людей, которые уже более бедные, и живут они, грубо говоря, в трущобах. И все это совмещено в одном большом городе. Это все выглядит очень классно, интересно, очень контрастно. И мы постарались максимально это использовать для нашего нового сеттинга, потому как это не только красивая визуальная картинка, когда ты бегаешь на фоне кучи всяких мелких вывесочек, там, каких-то там киосков или еще чего-то, и у тебя вокруг в то же время находятся небоскребы огромнейшие и элитнейшие. Вот. Но и в то же время это очень интересно с точки зрения геймплея, потому как все улочки в азиатских городах, они очень такие узенькие получаются. Вот, соответственно, весь геймплей получается основан больше на ближнем бое, нежели на дальнем бое. Вот, это что-то новое, в принципе, для нас. Такого рода у нас не было еще сеттингов. Вот, очень много, помимо улочек, есть еще борьбы в непосредственно каких-то зданиях. Вот, и есть уникальная новая фишка езда на платформах, на лифтах непосредственно. Вот, когда тебя все обстреливают, и тебе абсолютно некуда деться с этой платформы, нужно отстреливаться обратно. В общем, на самом деле мы уже начали тестирование этого сеттинга, и мы очень довольны результатом. Это получилось очень интересно, очень занимательно, и мы очень рады этому. Нам протяжением прошедшего года для Warface было уже очень много сделано, но наши планы на следующий год еще более масштабные, еще более огромные, потому как мы за прошедший год набрались очень много опыта, мы набрались очень много интересных мнений, интересных событий, которые вдохновили нас на разработку дальнейшую. Вот, и мы будем дополнять опять регулярно, постоянно множество контента, так и будем работать над улучшениями уже того, что у нас сейчас есть, как и, в принципе, над новыми фичами. То есть мы еще движемся вперед. Оставайтесь с нами, все будет круто.